Во взрослой поликлинике Щелковской областной больницы на улице Фрунзе скоро начнет работу цифровой рентгеновский аппарат. Российское оборудование закуплено по областной программе развития здравоохранения. Перед запуском специалисты проверяют помещение на соответствие санитарным требованиям. Второй рентгеновский аппарат установили в травмпункте на улице Шмидта. Там пока идет ремонт помещений. На что были потрачены целевые бюджетные средства, проверил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Когда первый пациент может прийти сюда? Коллеги сейчас завершат монтаж, после этого необходимо разрешительную документацию по поводу замеров рентгеновой защиты, проведенных и пусконаводки оборудования. Мы рассчитываем, что до конца года мы видим. До конца года? Да. В этом же филиале больницы установили маммограф – аппарат для диагностики самой распространенной формы онкозаболеваний – молочной железы. Аппарат настроен в работу и ждет заключения СЭС. Цифровой маммограф меньше выдает вредного излучения, чем его прототипы. На нем можно удаленно из другого здания исследовать полученные снимки. У нас работает один врач на удаленном компьютере, который цифровой подписью подписывает свои заключения. Преимущество цифрового флюорографа испытали пациенты, прикрепленные к взрослой поликлинике на улице Парковая. Электронная запись на исследование, возможность планирования времени посещения. В коридоре нет очередей. Полностью потребность удовлетворяет? Да. То есть очереди нет? Нет, очереди у нас нет. С появлением новой техники медики принимают и последние научные практики, повышая точность выносимых диагнозов. Совсем недавно на этом месте располагался гардероб, а сейчас установлен цифровой флюорограф. Я сейчас говорю о подразделении взрослой поликлиники, расположенной на Заводской 4. Это оборудование позволяет в считанные секунды производить исследование легких, результаты записывать на любой носитель, что и удобно, и практично для медицинского персонала. В 2019 году по областной программе развития здравоохранения в Щелковскую областную больницу поступило 7 единиц оборудования. 5 на территории округа Щелково, 2 рентгенаппараты и флюорограф в Лосино-Петровский. 3 года этой программе уделяем первостепенное значение. Почему? Потому что это основа диагностики. И сейчас из областного бюджета идут большие суммы для того, чтобы решить эту проблему, ее остроту снять. Оборудование, особенно тяжелое, объединяется в единую систему. То есть можно записаться либо удобно близлежащей в системе нашей, придя в поликлинику, либо от врача к врачу. Проводимое в городских округах слияние больницы-поликлиник в областную больницу позволяет пациентам обращаться за медуслугой в любое учреждение, находящееся в ее составе. В каких-то случаях потребуется посещение терапевта, но уже сегодня ряд услуг можно получить напрямую, записавшись через интернет. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.